Река, набережная, фонари, лавочки. Все, так сказать, для каменцев. Вот даже общественный бесплатный туалет поставили. Правда, никого не смущает, что облегчать душу приходится на голову местным жителям. Сразу за нужным сооружением жилые дома. До них отсюда рукой подать. И все бы ничего, да поток огромный. Поделитесь впечатлениями. Очень хороший туалет. Во-первых, могу чего сказать. Постоянно, как не выйдешь на берег, нету туалета. Ходишь по за кустам, по каким-то. Это красавец. Вас не смущает, что здесь как бы местные жители рядом совсем вот за забором? У каждого человека есть свой туалет. Бесплатный теремок стоит здесь всего месяц. После визитов в него хозяева ближайших придомовых участков уже еле сдерживают рвоту. А возле нашего дома не надо такого. А, вы? Да. Мы жильцы. Мы просто жильцы, да. Мы запах этой вони не переносим. Никто его откачивать не будет. Как у нас все ЖКХ эти работают. Все это. Давайте закроем туалет и будем срать вот тут. Вот тут, вот там. Люди подчеркивают, они за общественный туалет. Он должен быть обязательно. Тем более на набережной, где все гуляют. Но место для него нужно было выбрать по уму, а не задним местом, возмущаются жители. Во-первых, запахи, их ничем не поймаешь, никуда от них не спрячешься. Во-вторых, мы живем в низинке, туалет находится на возвышенности. Получается, что все отходы жизнедеятельности, грубо говоря, всего города, будет в земле. А весной все это стечет в их огороды, уверены жители. Потекет, фекалии все потекут, но запахи все это, родины. 25 метров и начинается приусадебный участок. Здесь цветут цветы, растут яблони и огурцы. Пока еще без чудесных ароматов. Но это ненадолго, считают люди, и требуют городскую мэрию перенести нужник. Ответ чиновников – постройка соответствует нормам Санпин. Расстояние от уборной до жилого дома выдержано – не меньше 20 метров. Но каменцев такие нормы не устраивают. Расставлять точки над «и» будет Роспотребнадзор. Специалисты ведомства сделали замеры ядовитых веществ в воздухе. Говорить о том, что он сегодня останется или нет, пока рано. Подождем результатов и примем решение. Ну, переносить, значит, переносить. Может быть, совсем уберем. Но тут есть маленький нюанс. Перенести ниже на набережную вряд ли получится. Ее регулярно подтапливает. Так что, если и будут сносить, то навсегда. В таком случае горожанам придется вновь стать ближе к природе. К слову, жильцы, которые задыхаются от фекального амбре, идут на уступки. Просят вместо этого сооружения установить платный биотуалет. Городу деньги, а им спокойствие. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.